Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро, шалом, бонжур, хеллоу. Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. И всем привет, шалом, шалом. Все, кто приходит, всем привет. Так, бонжур, шалом, Максим Перенчук у нас первый, как всегда, побегал, наверное, Яков Шатайлин. Так, у нас сейчас идет эфир и в Фейсбуке, и в Инстаграме, или Шама. Не очти, пожалуйста, там над кофе лежат. И в Фейсбуке, и в Инстаграме. И я думаю, со следующей недели будет еще эфир в Ютубе. Надо настроить. Ютуб у нас будет прямо по всем крупнейшим соцсетям. Будет одновременно идти трансляция. Потому что надо все делать максимально эффективно. То есть, если ты можешь сделать на 100%, нет никакого смысла делать на 80, 90 или 70%. Понятно, да? То есть, раз уже есть урок, значит, он должен идти везде. Понятно. О, хорошо, так мне стало лучше видно. Еще раз всем доброе утро, шалом, десяточку утра. Максим, молодец, я 4 километра всего, полчаса побегал. И Алекс Поделка, шалом, Станислав Сафир, Галина Левина, всем шалом, Бодертов из Иерусалима. Я нахожусь в Иерусалиме, в святом городе Иерушалайме, и Дамир Партнер, всем привет. Итак, значит, мы сегодня заканчиваем 16 главу притчи Мишлей царя Соломона. И, значит, нам осталось два отрывка в 16 главе, последних. Значит, 32 отрывок говорит нам царь Соломон. Тов эрех апаем мидибор. Он говорит, лучше эрех апаем это терпеливый. Эрех апаем тот, кто дословно он сдерживает гнев. Тов эрех апаем мидибор. Он лучше, чем богатырь. Умушель берухо и тот, кто властвует над своим духом. Дословно переводится «милокет ир» – «лучше, чем тот, кто захватывает город». Что это значит? Значит, вот есть человек, и живет себе человек, он себе, каждый человек, он себе придумывает какие-то цели и какие-то проблемы. То есть проблемы тоже человек придумывает. Что является проблемой для человека? Когда не сходится реальность с его ожиданиями. То есть он ожидает, что будет хорошая погода. Ну, там есть люди, для которых плохая погода – это проблема. Почему? Они ожидают, что будет погода хорошая. И когда погода плохая, то тогда они опачки расстраиваются, да? Есть, например, ты ожидаешь, вот, например, Георгий Нивня, как избежать полосу неприятностей. Он ожидает, что все должно быть гладко, начинаются неприятности, какие-то вещи, которые неприятные, да, не сходятся. Оп, и, значит, можно их назвать проблемами, можно назвать неприятностями, можно написать назвать ситуациями, и можно их стараться изменить, можно их принять. У каждого из нас есть множество вариантов реагирования на внешнюю реальность, да. Теперь богатырь. Вот 32 отрывок, он сравнивает богатыря и долготерпеливого. Кто такой богатырь? Богатырь это тот, который, ему что-то не нравится, он сразу нападает. Его кто-то там зацепил, он сразу отвечает. Погода, значит, если эти люди, они прям гневливые такие, да, они просто, вот они все время прямо на взводе таком. Погода не та, то не то, это не так, это не так. Я сегодня утром просматривал материалы портала 5 сфер, это портал, который занимается развитием. И там была статья про маму Илона Маска. И... Значит, мама Илона Маска вышла замуж, и прямо на второй день после свадьбы муж ее избил, она пишет, да? Почему? Она его попросила помочь разбирать чемодан, а он ей как дал, и говорит, все, говорит, ты что меня просишь чемодан разбирать? Сама разбирай. И он ее бил 9 лет, а потом она ушла от него, да, с тремя детьми. Это, представляете, история мамы Илона Маска. При детях бил там и так далее. Значит... Богатырь – это человек, который проявляет свою силу, он мидгабер, он как бы, он хочет все время властвовать над другими, и если что-то идет не по его, ему не нравится, как оно идет, он тут же, богатырь, это пытается силой передавить.
Теперь говорит нам царь Соломон, «Тов эрахапаем медибор». Он говорит, нет, лучше быть человеком, который сдерживает свой гнев, который не является реактивным, который не реагирует сразу, потому что реакция сразу, она иногда приводит к неожиданным результатам. Есть, я вспомнил известную историю, которая иллюстрирует это, эту притчу. Значит, как-то сидел один человек и плакал, и он сидит и плачет, и повторяет так, зачем я их позвал, зачем я их позвал, зачем я их позвал, зачем я их позвал. Значит, второго спрашивают, а что случилось? Он говорит, да я шел по улице, и на меня напала группа хулиганов. Забрали у меня часы и бумажник, и уже уходили они. И тут я смотрю, лом лежит на земле, лом металлический. Я хватаю лом и кричу, мои козлы, ну идите сюда. Они возвращаются, а я увидел лом на земле лежит, да? И я им кричу, эй, козлы, идите сюда. Они возвращаются, и я хватаю этот лом, а он к земле примерз, не могу его поднять. Зачем я их позвал? Он говорит, зачем? Вот зачем я их позвал обратно, да? Потому что они его второй раз еще сильнее побили. Значит, богатырь, он вот такой вот, он реагирует гневно, но очень часто его гневная реакция вызывает у него, вызывает неприятности и события намного более страшные, чем то, что изначально вызвало гнев. Поэтому царь Соломон говорит, лучше сдерживаться. Тот, кто эрахапаем, долготерпеливый, это качество важнее, чем качество быстрой реакции. То есть по-другому умный он лучше, чем тот, кто сразу реагирует. Дальше. А кто такой владеющий собой, лучше завоевателя города? Здесь царь Соломон нам еще глубже он копает. Вот смотрите, если у человека его интеллектуальная картина мира, да, то есть он интеллектуально думает, что как-то оно должно быть, ситуация. Потом ситуация, она не такая, как он думает. И в этот момент человек может или отреагировать резко, разгневаться, раздражаться и так далее, или он может сдержаться и не выпустить наружу то, что у него внутри поднялось. Но то, что у него внутри поднялось, оно внутри его все равно оно его качает, колбасит и так далее. Поэтому говорит царь Соломон, что есть еще следующая стадия. Тот, кто мушель берухот, тот, кто властвует над своим духом, тот, кто властвует над своим внутренним миром, и он понимает, что все от Бога, все от Бога. И поэтому на кого он будет гневаться? На человека, который ему что-то не то сказал? Царь Давид, когда выходил, и на него... У него была война, на него восстал его сын Авшалом. Представьте, сын восстал на царя Давида, на самого великого праведника, который всю жизнь посвятил Богу, и тут на него сын идет войной. И он выходит из города, и на него идет навстречу ему, Шими его звали, он был из рода предыдущего царя, царя Шауля, и идет, и кричит, и его позорит, и обзывает царя Давида, все. И его, царя Давида, воины, охрана его, они говорят, давай мы сейчас убьем его сейчас. Что это такое? Что он говорит? А царь Давид говорит, нет, говорит, это не он говорит. Это говорит, Бог через него говорит. Может быть, сейчас этот позор, он снимет с меня и искуплю я те грехи, за которые я это получил, то, что на меня сын восстал. То есть, и говорит, пускай говорит, значит, это наоборот мне поможет. Интересно, что такая же реакция была у раби Нахмана. Я читал, как раби Нахман из Бреслава, он со своим одним помощником, учеником путешествовал в Израиль. Есть такая книга, описывающая это путешествие. И когда они ехали обратно, то в каком-то постоялом дворе сидели евреи, такие купцы, и они пили-пили, а раби Нахман выглядел, ну, может быть, он выглядел странно, в общем, не знаю почему, они начали на него издеваться над ним, обзывать его и так далее, позорить. Этот ученик хотел остановить их, рассказать им, что это великий человек, великий праведник. Раби Нахман его остановил и говорит, нет, говорит, этим сейчас они меня спасают. Они меня сейчас спасают, и я вот этим вот позором искупаю там какие-то свои тоже ситуации. И этот пишет, который писал, что он с ним путешествовал, он пишет, что я потом узнал, что в течение года вот этот один из этих троих, он умер, да, который больше всех был активный. Значит, что здесь мы видим? Есть стадия, когда ты сдержал свой гнев, есть стадия, когда ты не разгневался, понимая, что если есть что-то в ситуации неприятное, то это Бог тебе что-то хочет этим сказать.
Обычно вот это ответ сейчас на вопрос, который задал Георгий Нивня, что есть неприятности. Есть в Талмуде, есть очень прям четкое выражение, трактат Брахот. Если неприятности и сурим пришли на человека, и фашфеш бы маасав, проверит свои дела. То есть нужно проверить свои дела. Если ты зашел в какую-то ситуацию, и тебя эта ситуация не устраивает, она тебе не нравится, то ты вошел в эту ситуацию. То есть каждый человек, он ежедневно принимает решения, ежедневно действует, ежедневно у него есть 24 часа, у него был предыдущий месяц, до этого был предыдущий год. Если человек попал в ситуацию, в которую ему не нравится, ему плохо, ему страдания, значит, он должен проверить свои дела. Что он делал в последний месяц, в последний год своей жизни, что он пришел к этой ситуации? Когда это первое. Теперь, если он проверил свои дела и не нашел, почему у него пришли неприятности, значит, говорит Талмуд, он мало учил Торы. Значит, его система координат, она неправильна. То есть здесь дело не в его действиях, а в его правилах жизни, в которые он верит. Потому что, например, вот человек один говорит, да я ничего плохого не делал, ну, то есть на меня прошли неприятности, ну, за что мне, за что? Дейл Карнеги начинает свою книгу про «Не критикуйте, не обвиняйте и не жалуйтесь». Он говорит, люди, опомнитесь, когда вы кого-то критикуете, вы поймите, он себя виноватым не считает. Ну, то есть, как бы вы ни старались его обвинить, у него есть объяснение. И он приводил историю, как судили одного американского убийцу серийного, который там вообще... И он расстрелял полицейского, который пришел спросить у него документы, там, отца многих детей, там, все. Он его расстрелял, потом добил на земле. Его на суде спрашивают, ты же убийца, ты же убил полицейского. Он говорит, нет, я вообще не виноват, я просто защищал себя. То есть даже он находит в себе объяснение и оправдание. А, тем более обычный человек, он находит в себе любые оправдания. Но если неприятности есть... Так ты не можешь их отрицать. То есть неприятности, ты проверяешь свои действия, говоришь, я все правильно делаю. Тогда Талмуд говорит, проверь, что такое для тебя правильно. Может быть, то, что ты называешь правильно, оно вообще неправильно. То есть каждый человек живет в своей системе координат, которая базируется на исходных предпосылках. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И вот у каждого человека есть хорошо и плохо его система координат. Если ты живешь по ней, если ты действуешь, а у тебя неприятности, значит, система координат не работает, значит, ты мало учил Тору, значит, ты не понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо, и где-то ты совершаешь те действия, которые не надо было совершать. И вот здесь, в 32-м отрывке, есть очень большой нам намек и ключик такой. Есть тоже такая фраза известная, «Амавир аль-мидатав мавиримлю аль-коль пашав». Тот, кто переступает через свой гнев, то есть тот, кто преодолевает свой гнев, Мавир аль-Медатав, это тот, кто переступил через свое качество вот этого разгневаться, отомстить и так далее. Тому прощают все его грехи. Как это работает? Есть такое правило, Медаш Адам Удет Бамудедим Ло. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. И тот же царь Давид, когда Бог его судил за что-то, он ему показал вначале ситуацию, которая вот точно описывала то, что царь Давид сделал, и ему сказал, а вот оцени ее, эту ситуацию. Он к нему прислал пророка Натана, я уже рассказывал много раз про эту историю, как пророк Натан ему рассказал историю про человека, который украл одну овечку у бедного и ее убил. И он ему говорит, что с ним делать? Царь Давид говорит пророку, да такого убить надо. И пророк Натан говорит, а это ты, это ты сейчас себя судил в этот момент. Значит, как работает система, еще раз. Когда владеющий собой лучший завоевателя города, его кто-то раздражает, его кто-то злит, его злит погода, его злит какое-то событие, ему что-то не нравится. Но он говорит, секундочку, что значит мне не нравится? Я гость в этом мире, я в этот мир пришел, вот Бог мне дал возможность пройти этот жизненный путь, сколько мне намерено, не знаю. Я в этом мире пришел как гость и уйду. Этот мир, в нем 7,5 миллиардов человек. Какие я свои правила устанавливаю? Я просто здесь наблюдатель. И когда человек, он перестает осуждать других, когда он перестает других судить, когда он... Что такое гнев на кого-то? Это я его сужу, я судья, и мой гнев, это мой приговор. Я говорю, вот нельзя так делать.
Мне особенно сейчас была ситуация, когда вот этот вот артист Ефремов, он пьяный сел за руль, и он, значит, сбил человека, ну, сделал аварию и убил человека, да? Значит, его люди судят, кричат, там все. Но ведь он-то что он сделал? Он сел пьяный за руль. Это его было главное преступление. Вообще его главное было преступление, что он пьяница, что он пьет. Но как могут его осудить те люди, которые пьют, которые сами пьют, и особенно если они пьяные садились за руль? То есть он-то человека не хотел убить. Это стало следствием того, что он пьяный сел за руль. То есть понятное дело, что не было им задумано, это было неумышленное убийство, которое произошло потому, что он был пьяный. Но если человек сам пьет, если человек сам пьяный садится за руль, и он говорит, за это надо убивать. Кому он приговор сейчас делает? Кого он судит сейчас? Он судит себя, потому что если ты сам это делаешь, та мера, которую человек меряет другим, меряют ему с неба. Поэтому для человека очень выгодно, очень правильно, очень приятно со всех точек зрения не гневаться, не обижаться, не быть злопамятным, отпускать, прощать, понимать, что все в этом мире действует по воле Бога. И когда человек так относится к миру, у него внутри полная у него там психосоматика вообще идеальна, у него внутри никаких нету. Когда человек гневается, у него там вырабатываются всякие гормоны, которые кортизолы, которые просто разрушают, разъедают, яд, который разъедает организм. Когда человек обижается, особенно если он долго обижается, у него гниют кости, это мы до этого учили, потому что зависть, обида, вот это все от этого гниют кости, это же у него все внутри. Тот, кому ты завидуешь, ему от этого ни жарко, ни холодно. Тот, на кого ты обижаешься, ему от этого ни жарко, ни холодно. А ты сам в это время варишься в этом вот в своей обиде. Все, это был 32-й отрывок. Лучше быть долготерпеливым, чем богатырем. И в жизни действительно выигрывают не те, которые взрываться умеют, а те, которые марафонцы, те, которые долго умеют двигаться, да, долготерпеливые. И лучше быть властвовать над своим духом, то есть своим намерением. Дух – это намерение. Чем быть завоевателем города, потому что завоеватель города, он все равно все время в войне. А тот, кто властвует собой, у него войны нет, он именно управляет собой. 33-й отрывок, последний отрывок в 16 главе, говорит нам царь Соломон следующее. «Бехейк юталь эт агораль». Он говорит, «За пазухой лежит жребий. Уме ашем коль мишпато». И от Бога все мишпато, это все суды, все решения. Значит, здесь он нам говорит следующий принцип. Есть, человеку часто надо принять решение, и человек не знает, как принять решение. Вот реально не знает. Можно так, можно так, можно так. И когда ты не знаешь, как принять решение. Вот я помню, мы когда 20 марта мы прилетели в Израиль. Начался карантин, вот эта вся эпидемия. И я позвонил раввину, с которым я советуюсь, рав Пинхас Вышетский. И спрашиваю, рав Пинхас, нам ехать в Израиль или остаться здесь? Он говорит, ты знаешь, говорит, в этой ситуации я ничего не могу сказать, потому что есть, если ты, значит, тогда еще не было ничего понятно. Он говорит, с одной стороны, в Израиле медицина лучше и там безопаснее. То есть вопросы, то, что касается спасения жизни, это самые важные вопросы. Тогда не было понятно, в марте было куча разных предсказаний. Я говорю, как лучше, быть в Израиле или быть в Украине? Он говорит, с одной стороны, в Израиле медицина лучше. С другой стороны, ехать сейчас и лететь, и ехать, и быть в... Ну вот, как бы тогда говорили, что все прям, вот он этот коронавирус, он везде. Это тоже опасно. Он говорит, я ничего не могу сказать. Говорит, решайте сами, как вам сердце подсказывает, да? Теперь, и что мы сделали? Мы сделали, взяли монетку, и так как нам сердце ничего в этот момент не подсказывало, мы решили по 33-му отрывку 16 главы, написано так, что за пазухой лежит гораль, лежит жребий за пазухой. Раньше жребий делали бумажечками такими, да, клали бумажечки в шапку и вытаскивали какую-то бумажечку, один из видов жребия. И от Бога решение его, то есть горалем, жребием управляет же Бог, мы бросили монетку, монетка показала лететь в Израиль, мы сели и полетели в Израиль. Вот так вот мы сделали, как раз как царь Соломон советовал. Теперь для того, чтобы пользоваться этим способом, нужно еще раз лучше всего
Нельзя сказать, что лучше, потому что мы же учили в 16 главе, что «Амастиль аль-давар имцатов». Тот, кто размышляет над вещью, над тем, что делать, он найдет добро. То есть лучше размышлять, исследовать, спрашивать, советоваться. «Уботех башем ашрав». Но тот, кто полагается на Бога, он будет всегда счастлив. Способ жребия – это полагаться на Бога, потому что Бог управляет всем мирозданием, всей системой. Если ты внутренне, твое намерение делать волю Бога, а ты не знаешь, что Бог от тебя хочет, и у тебя есть выбор, тогда ты можешь бросить жребий. В Торе используется жребий неоднократно. Например, есть известная история, как Моше Рабейну, он получил приказ от Бога выбрать 70 старейшин. Но от каждого колена дали по 6 старейшин. Получилось 72, 12 колен на 6, 72 старейшины. Теперь, а кому отказать? Если Моше Рабейну скажет, ты и ты не будешь, то это все обидятся, скажут, что это такое, почему мы? Если каким-то другим способом будут конфликты, он говорит, пускай это решит Бог. Положили 72 бумажечки, на 70 написали старейшина, две бумажечки остались пустыми. Старейшины тянули листики, и две старейшины, которые потенциальные, которые вытащили две бумажечки пустые, они старейшинами не стали, и никто на Моше Рабейну не обижался, потому что жребий – это самый понятный и простой способ узнать волю Бога. Кстати, интересно, со мной тоже был такой случай, когда это было тоже буквально несколько месяцев назад, на Пурим, по-моему, это было, когда собрали в Киеве, тоже Рав Пинхас Вышетский, собрали вечер, посвященный 70-летию, как Ребе Любавичский стал Ребе, и в этот день было, ну, собрание большое и так далее, и он сделал агрола. Агрола – это жребий как раз, да, что кто выиграет доллар Ребе. Ребе раздавал доллары, у него была раз в неделю аудиенция, он давал благословение, каждому давал доллар, чтобы человек положил этот доллар на цдаку. Но люди оставляли эти доллары себе в память о встрече с Ребе, а на цдаку давали другие доллары. И вот этот доллар, у меня даже, где он, этот доллар, дашь? А, вот там. Сейчас я покажу вам этот доллар. И я купил, вот у меня, видите, это доллар Ребе, видите, доллар на память. И я себе так сказал, что я купил билетики, да, там нужно было каждый, кто хотел выиграть, он покупал билетики такие, которые деньги шли на благотворительность. Я себе задумал, что если Бог, значит, хочет, чтобы я был больше связан с учением Ребе, с Хабадом и так далее, значит, я выиграю, значит, вот этот доллар. Значит, это мне какой-то знак. И, значит, зал там было, где-то человек 500 было в зале. И я выиграл, значит, гораль, жребий выпал на меня. И теперь мы знаем почему. Что бехейк ютали тагураль, за пазухой бросается жребий. Уме ашем коль мишпато. И от Бога все решение. То есть любой жребий, любой гораль вот этот, он выпадает. Когда он выпадает, это от Бога. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Всем прекрасного дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы от этого урока. Очень полезно, когда вы что-то изучаете, сделать резюме такое, именно сделать в конце свои выводы, раз, два, три, главные идеи, и этими выводами начать делиться, друг с другом обсудить, написать в комментарии, написать на своей странице, поделиться сегодня вот в шаббат, рассказать, что вы для себя поняли, что вы для себя запомнили. И тогда эти выводы, они как семена, они у вас будут в мышлении, в сердце, будут вам давать плоды. Плоды изучения Торы и выполнения Божественной воли – это как раз и есть хорошая, добрая, долгая жизнь здесь и вечная жизнь там. Все, шаббат шалом, всем всего хорошего.